Всем привет! Это журналист «Экономической правды» Алина Полякова и журналист «Экономической правды» Всеволод Некрасов. Мы хотим показать, как происходит покупка биткоина через криптомат, который находится в Киеве по улице по адресу Бассейная 2. Вот, значит, у нас такой криптомат. У нас есть комиссия, она указана на криптомате. Комиссия за покупку биткоина. Ну, прежде всего, нужно сказать, что минимальная сумма пополнения – это 1000 гривен. Тут указано 500 гривен, но это ошибочная информация. Значит, комиссия при покупке 5% от общей суммы. И комиссия за перевод в сети биткоина составляет 0,001 биткоина и снимается дополнительно. То есть с 1000 гривен комиссия составит порядка 330 гривен. Остальная сумма будет зачислена на счет в виде биткоинов. И вот как происходит покупка биткоина. Нажали кнопку. Нам нужно просканировать. Секундочку, покажи код. Вот это вот код кошелька, биткоин-кошелька, который указан на телефоне. На телефоне Android. Вот прочитаны данные. Нажимаем ОК. Да, и вот, как я и говорил, тут мне минимальный платеж 1000 гривен. Тут указывается, сколько внесено денег. Размер комиссии указывается. И опять же указывается комиссия за перевод сети биткоин. А если больше 1884 гривен, сколько комиссия? Нет, это просто 1884, это просто у нас на балансе там осталось. И то есть сейчас максимум, что вы можете пополнить, 1884. Больше то же самое. 50 тысяч гривен будет 5% комиссии, 10 тысяч гривен, то есть это не играет. Ну, мы можем пополнить на любую сумму сейчас, да? Сейчас можете на 1884, потому что там на балансе вот такие средства остались. А вообще можно на больше. Просто 50 тысяч гривен это за раз можно, то есть это максимум, одна транзакция. Можете надеть на 100 тысяч гривен, только уже второй транзакции еще 50. Угу. То есть максимум 50 тысяч гривен за один раз можно. Но сейчас, поскольку сейчас на балансе... Сейчас на балансе осталось 1824, просто сейчас вы можете как раз на 1824 пополнить, либо на 1000. Ага, это в биткоин-эквиваленте 1884, да? Да, да. Угу. Я понял. Ну, мы решили не пополнять здесь кошелек, биткоин-кошелек, поскольку мы считаем, что высокая комиссия. Просто вот показываем, как выглядит этот криптомат и как он работает. Все, всем спасибо за внимание.